Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу сагу за стургов. В прошлой серии мы забрали себе эпикратею, но пока я бегал, гонял ботаницев, хитрые лорды, местные, точнее не лорды, а местные жители подняли у меня восстание. Не захотели они под стургами быть и отбили у меня эпикратею. Я этих негодяев, которые стали лордами эпикратеи, отловил. Сейчас они у меня в плену сидят. Вот эти вот ребята. Теперь надо эпикратею обратно возвращать. Придется потратить влияние, подсобрать армию, потому что защитников 286 человек здесь. Так, параллельно создаем быстренько армию. И берем тех, кто рядом. Даже не тех, кто рядом, а тех, кто вообще остались не в армии. Мало полных отрядов, я смотрю, у людей вообще. Ну, вот так вот, я думаю, достаточно будет. А этот хитрец бежит раньше меня, хотел эпикратею себе отбить. Так, ставим трибушеты. Два лорда еще подойдут к нам. Вот еще один, оказывается, где-то бегает из восставших. Так, 674 на 294, да? И еще сейчас на соточку где-то у меня подойдет. Я думаю, хватит нам. Вот он идет. Первую трибушетинку достроили. Сейчас достроим вторую. И есть. Жалко, конечно, что придется поломать стены, но ботаницы нам никакого вреда уже, я думаю, не причинят, потому что мы их сильно разбили. Поэтому успеем отстроиться. Так, и последняя трибушета готова. Выставляем и поехали. Два бойца у нас улучшилось. Хороший город быстро отстраивает скорпиончиков. Такое впечатление, что они мне сейчас вот эту трибушету поломают. Так, все, пошли по стенам. Пошли по стенам. 772, 321. Так, так, осталось уже меньше половины. И вот первая стена готова. Вторую добили. Убирайте катапульту. Есть. Так, последнее приготовление. И идем отбивать нашу эпикратею. Так, все, да? Все сделали. 766, 332. Возглавить штурм. Так, раз, два.
максимально стоят ближе, да? Стрелки в прикрытие. Три стоят максимально здесь, хорошо. Четыре стрелки в прикрытие. Пять сюда. Шесть сюда. Семь сюда. Восемь. Добавим с этой стороны стрелков. Так, все, поехали. Попал. Ничего себе, кто это пристрелялся. Попал. Убил. Молодец, отошел. А ты не успел. Так, что такое? Есть, снял. Попал. Так, зашли наши в город. Зашли наши в город. Есть, застрелку. Быстрая победа, но пришлось потратить очки влияния на то, чтобы создать армию и отбить город обратно. Так интересно, заскочу на лестницу с разгона. Не получилось. Ну, уже остался 1% защитников. Я думаю, сейчас все будет очень быстро. Все, победа, город наш. Пятерых потерял с отряда, 29 с армии. 240 перемололи. 66 раненых. Даже в плен кого-то взяли. Так, отступили они в башню. В башню они отступили. Легионера возьмем. Вот таких крепких ребят. Так, 18, все взяли вперед. Эх, стена не дает. Так. Мазила. Есть, снял двух лучников наверху. Есть, попал по лучнику. Не вижу. Да что ж такое?
Все, дошли наши до лучников. И победа. Отбили башню. Без потерь. Отлично, 10 воинов еще можно взять из плена. Так, что у меня с пленными, с моими? Никого нету. Заберу вот этих вот новобранцев. Сейчас их продам в таверне. Так, даже зерно было. Лошадей нету. 6200 на опыт раздаем ребятам. Так. И вот что с ними сделать? Разгромить все, наказать их. Отдать на мародерство. Проявить милосердие. Боевой дух отряда минус 15. Процветание 61. Так, должен использовать 79 влияния. Ай. Надо их наказать, я думаю. Чтобы они больше не восставали. Все разгромить. Все разгромить. Наказать его прям жестко. Так, выкуп. Что такое? Отклонить. Разгромили. Что-то улучшилось. Что-то улучшили, да? Атлетика улучшилась у нашего медика. Сейчас мы быстренько ковку не будем брать. Немного увеличивает шанс. Убеждение увеличивает размер отряда на 5. Берем. Так, в таверне сейчас быстренько сбросим ополчение. Можно нанять. Можно немножко нанять воинов. А в таверне вот разведчика заберу. Так, торговля. Что у нас с едой? Еды, конечно, но тут и купить нечего. Купить тут нечего. Хорошо. Так, воюем мы с Ботанией. У них осталось 3600. У нас 9700 армия. Подсобрал я армию, значит, она у меня сейчас есть. Город пока не наш. На голосование его еще нужно будет вернуть. Так, вот деревня с зерном. Ну, не факт, что там будет зерно. Но мы армию не зря собрали. Я думаю, надо пойти и отбить у ботаницев какой-нибудь замок. А потом уже ее распускать. Зайдем на территорию Ботании. Армия почему-то ушла, не захотела осаждать город. Ну а мы попробуем. Еды у нас на 532 дня, но это так. Эпикратею. Надо ее себе вернуть. 25-37. Вот он хочет ее просто. Эту эпикратею. Если я 20-ку натяну, 33. А 60-40. 40 по 30. Влияние у меня есть. Заберем эпикратею себе. Ухудшили отношения с кандидатами на этот город, но ничего страшного, это наш город, и мы его хотим себе. Так, улучшили лидерство. Сейчас быстренько выберем. Так, увеличивает прирост известности в битвах на 50. Ну это хорошо. Только что нанятые войска начинают с бонусом опыта 200 хп. Так, войска третьего ранга под вашим командованием игнорируют отступление из-за низкого боевого духа. Тоже интересно. Вербовка пленников, не являющихся бандитами, происходит на 30% быстрее. Вот это вот интересно, очень интересно. Вербовать пленных.
которые не бандиты, на 30% быстрее, потому что мы в боях постоянно, нам надо пополнять из пленных войска, поэтому я возьму вот этот навык. Так, две армии, он колодух пошел. Сколько защитников в городе, не вижу. 459, но его не взять. Вот, например, вот этот дальний замок. Держись, 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 держись. Держись. Сейчас помогу, ну только держись, да? Помочь защищающимся. Так, а что у нас? Утро. Утро, точнее нет, ночь пишет, не утро. Будет темно, да? Будет темно. У нас огромный перевес. Ночь. Ну, ночью снимать не будем. Ну, по темени там, конечно. Так, со своего отряда 0, с армией 19, разгромили очень хорошо. Улучшили отношения. Улучшили 13 бойцов. И пойдем к замку. Так, пленных. Теперь надо взять немножко пленных, которые теперь на 30% будут быстрее к нам присоединяться. Так. Застрельщика. Вот этого красавца. Сколько там у меня уже пленных? 13. Налетчика не хочу. Вот, вот этих клятвенников. Этих оставим. Так, еда, еда есть. Забираем, нам армию кормить. Ботанийские пони. Остальное раздаем нашим бойцам. Собирает колодух армию. И эта армия может пойти на мой город, потому что он очень ослаблен. После того, как я раздолбал там стены, еще проходили там восстания. Да резоните его, ну чего вы его не возьмете? Пошли, видите, я иду за ним. Так, загнали его в город. Так, Эпикратея стоит, там армия наша какая-то еще собирает, видно, воинов. Так, его мы загнали. Осаждать город бессмысленно. А вот, вот эту набережную, конечно, до этого замка дойти. Но это очень далеко. Я пойду туда. Он сразу выведет армию, поведет к моему городу. Вот это ж... О, он вышел. Ну давай. Так, ну тогда его надо заманить. Надо его заманить. Пускай он выходит из города. Так, что мы сделаем? Что мы сделаем? Что у нас с едой? Да еще можно продержаться. Так. Забирать вот этих вот, да, ребят. 98. 4 дня. 3 дня. 2 часа. Вот, вот этого сюда. И вот этого. Кто еще рядом? 44, 65, 66. Да давайте, идите сюда. Оба. Так, собираемся.
осадили Эпикратею. Как он прошел? Обошел, наверное, с этой стороны. Так, хорошо, что собрал воинов. Сейчас кину немножко на сплоченность. Ух, и молодец какой, а. Иди сюда. Так, темнеет, да? Темнеет. Темнеет. Так, бросил он осаду. Темнеет. Ну, по ночи мы не снимаем, да? Так. Ну куда ты? Вот же ж мудила, а? Ну зачем ты его атаковал? Еще в полночь. Попробую его теперь спасти, надо же. 818 на 367. С отряда сколько потерял? Девятерых. Погиб. Ботанеец, да? Да, ботанеец погиб, лорд. Да, я знаю, что я тебе помог, и ты теперь очень счастлив. А, это в плен забираем. Так, 9 человек улучшили. Так. Пленная. Сколько у нас пленных? 17. Хорошо, забираем все, что можно переманить к себе. Ну, немного, да, чтобы они нам на скорость не влияли. Ну, стурский лучник. Ботанистский знатный воин. Ботанистские герои. Вот, идите сюда. Застрельщик. Думаю, хватит таскать еду. Все остальное 7700 на опыт. Восьмерых еще улучшили. Так, есть. Разбили еще одну армию ботанскую. Сколько ж там их осталось? 3200. Поднабирают. Приятно смотреть, когда все, кто вокруг, платят дань. Ой, так, ладно. Хорошо, вернемся на позицию. Где-то здесь еще армия Колодога ходит. Так, не туда завернул. Не туда. Ну, зайду в свою деревню. Может, зерна успею еще прикупить. Так, купить товары. Ага, конечно, тут все разбирают. Во время войны... Зерно, как горячие пирожки. Так, солдат даже нанять не могу. Отлично. Так. Выкуп пленных. Отклонить. Наши тут деревню грабят. Распалась армия. Пленного ботанистского наездника. Какой смелый парень. Так, ну что, я хочу все-таки попробовать лупануть вот этот замок. А вот и армия. А вот и две армии. Отступаем. Так, одна ушла.
выходит, одна стоит, ждет на сборе, да? Лупануть бы ее на сборе. Так, ну что, делать тут нечего. Две армии, падает сплоченность. Надо выводить ребят отсюда. И заняться обустройством города. Так, выкуп нет. Армию молодцы. Так, выведем еще одна наша армия. У этого скорость 4,5, у меня скорость 3,1, мы его не догоним. Так, выводим ребят отсюда, выводим. И наглеца попробуем отловить. Так, отпускаем самого мелкого. Вот так вот. Пытаемся его догнать. Ну, давай, лови, 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 лови. Не бойся, я подойду. Ну, хватай. Нет, не хочет. Не хочет его ловить. Тогда, наверное, ребят, разбегаемся. Кормить вас, конечно, хорошо. Но сейчас пока толку от этого никакого. Армия у меня... Так, мой отряд 161, 196. Нам бы в деревнях, конечно, набрать ботанийских бы новобранцев. Выкуп не говорим мы об этом вообще. Так, давай, 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 давай. Отлично. Бранок. Что там у тебя? Дальнобойные 3, пехота 83, 4 кавалерии. Что, ночь, вечер, вечер. Но должно быть еще светло. Так, позиция, конечно, так себе. В холмах. Так, все за мной. Сейчас будем выбирать место для позиции. Так, стрелков сюда. Пехота сюда. Кавалерия сюда. Тоже в атаку ботаницы не спешат идти. Но нельзя забывать, что мы тут не сами. С нашими друзьями и сородичами. Так, если это так, то нам надо потихонечку подтягиваться, потому что наши сейчас кинутся в атаку. Недолет. Тянулись мои лучники. Так, пехота пошла вот так вот на помощь. Стрелки, подтягиваемся. Кавалерия, атакуем. Переводим всех в атаку. Не дал мне мой всадник ударить его.
Все, победа. Кого бы еще гонить не было. Все. Выиграли бой. Никого не потеряли со своего отряда. Забрали известность 4, влияние 8-5. И Бранака в плен. Возьмем копейщика и клятвенника. 12 человек улучшили. Так, готово. Смотрим, 11 мешков зерна, ботанические пони. Все остальное отдаем на опыт. Где-то тут я деревню видел, мимо проходили. Враждебно принудить отдать войсками. 6 бойцов. Так, готово. И пойдем поймаем еще какого-нибудь ботанического лорда. Наша армия подошла к городу, наконец-то осадила его. Ходит кругами. Ух ты. Иди сюда. Так, там сейчас еще крестьяне присоединятся. 62 пехоты, дальнобойных. Так, я вот думаю, сейчас мы вот тут вот наберем еще 6 бойцов. Показалось. И, наверное, надо из вот этого вот котла выйти. Потому что если меня тут армия поджжет, это вот... Ага, она идет ударить в спину осаждающему городу нашей армии. Надо помочь. Так, принудительно. Еще 6, 179. Поднабрали по деревням рекрутов. Идет армия ударить, наверное, в спину. Эти красавцы бросили город, уже ушли осаждать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да нет, конечно, мы не будем осаждать город. Да что ты будешь делать? Лови, 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 лови его. Скорость 4, у нас 5. Догоняй, догоняй, догоняй. И опять ночью. 140 мародеров. А, да что ж такое, сегодня все ночью догоняются. Одного потеряли в отряде, автобоем я быстро пробил. Сейчас мы этого одного пополним из пленных. Две 600 на опыт ребятам. Есть. Так, что я думаю? Я думаю, что нам надо заниматься эпикратеей. Не буду трогать мародеров. А вон где я такая, молодец. Поджала ботаницев с этой стороны. Вообще шикарно. Мародеров 140 человек я трогать не буду, потому что они могут поймать раненых лордов ботанистских и нормально им напихать. Так, враждебное действие. Отдать войска. Вот. Еще кто-то с плена хочет к нам перейти. 189 уже. Это уже хорошо. А вот и армия. Так, они ж могут меня прихватить. Обойдем.
эту армию. А вот вот красавец какой-то на 99, можно с ним хорошо зарубиться. Давай, 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 не дай ему уйти. Ну-ну-ну-ну, есть, отлично, отлично, поймали еще и днем. Так, иди сюда, моя радость. Что у нее? Кавалерии 3, пехоты 75, 21 лучник. Так, хорошо. Все за мной. В атаку они не пойдут, а вот мы вот на том холме можем хорошо закрепиться. Так, кавалерия, ну в лесочек туда станьте. Я хочу на вот этом холме закрепиться лучниками. Вот здесь, да. Так, стрелки сюда. Пехота. Вот сюда. Кавалерия, давайте. Вот так. У меня даже конные лучники есть для человека. Ну, встаньте пока вот сюда. Я пойду посмотрю, что там еще за позиции есть. Так, они вон туда на холм пошли, да? Значит, мы, в принципе, можем закрепиться вот на этом холме. Так. Стрелки. Пехота. Вот сюда. Кавалерия подтягивается. Даже конные стрелки. А я пойду посмотрю, что тут можно поподтишочничать немножко. Так, вот они, да? Куча стрелков. А я вот так вот из-за холма. Ух ты какое. Стой, 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 стой. Да что ж ты? Не. Лучники начинают по мне пристреливаться. Как же ж вас раздергать, а? Вас раздергать. Так, пехота. Сюда, лучники. Сюда. Конные лучники. Кавалерия, подтягиваемся. Прикрываются, да? Ну, кого-то я даже попал. Так, подтягиваются, подтягиваются. Инфантри! Так, стена щитов. Так, лучники. Вот сюда на холм. Пехота, прикрытие. Конные лучники вот сюда. Кавалерия, ну обходи вот сюда. Так, а куда ты лучник поперли? Я сказал, вот сюда, на холм. Блин, дурачье.
так вот. Отлично. Пехота пошла вперед, ребята. Так, аккуратно, аккуратно, главное никого не пристрелить своих. Ах ты, блин. Так. Пошёл ты. Победа. Пятерых потерял. Потерял пятерых. Ну, взял ее в плен. Так, 14. Ребята улучшили. Еще двоих из плена забрали. 186. Так, что мы тут можем себе забрать в плен интересного? Героев забираем. Следопыты, юноши. Вот, вот это красавец. Налетчики. Застрельщики. Знатное ополчение. Хватит. 31 пленный у нас. Так, достаточно. Так, еда. Еду, конечно же, всю берем. Корову нет. Она нас будет замедлять. И 5000 раздаем на опыт. Так, а что у нас с ботанией по поводу мира? 23% поддержки. Заключив мир, будем получать 2800. 2800 будем получать с ботанией. 23% поддержки. Мы сможем заняться эпикратеей. Я думаю, наверное, так мы и сделаем. 71. Красавцы, а? Красавцы, протянули меня. Нет, ни в какую не хотят они. Потерял я соточку на влияние, даже если я 150 накидываю, 41 против 59. Ну что ж, будем воевать с ботанией дальше. Ну, а на сегодня, наверное, все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки и до новых серий.